әділеттілікті қамсыз қыла тұрған ұйымдар бірігіп алып КГБ, прокуратура, сот, өкімет, парламент аның бардығының башына диктатор же болса авторитар президент тұрып алып өзінің саяси оппоненттерін соттаған, жоқ қылған, қуғындықтаған, түрмеге отырғызған мемлекетті бұл мемлекеттік мафиялық басқару деп есептеледі. Еми ошондой мамлекетте силер кантип укуктук жолду издейсиңер? Андай мамлекетте укуктук жол жок да. Ал силерди алып келип эле кайрадан туңгуйка такап коюп атпайбы? Это самое правильное решение — принять президенту указ о политическом помиловании. Специальный закон — это долгая процедура. Там 6 фракций, как они будут рассматривать. И как, я не знаю, как написать закон, который пересмотрит судебное решение. Не знаю. Вот как юрист я не представляю. Политическое помилование. В Конституции написано: президент обладает правом помилования. И никаких больше условий и ограничений. Ему не надо спрашивать, согласен ты с помилованием, не согласен. Если честно, я не верю в кыргызское правосудие. Я не верю. И мы довели судебную систему, ее зависимость до такой ситуации, да, что каждый вновь приходящий президент, первое, что он делает, это нагибает судебную систему. Почему? Потому что они боятся на всякий случай. Они до сих пор не уверены. А вдруг вот Алмаз Шаршенович опять вернется, да? И так до бесконечности, вы знаете, поэтому я говорю, мен кыргыздарга ишен бе алдым. Особенно кыргыздын жигиттерине ишен бе алдым. Намысы да жок. Вот вы знаете, кто приходит, под того и ложатся. Кокток беспредел, бул Атамбаевдин мамлекет башчы болуп келгенинен баштап эле анын өзүн жана андай укук коргоорунун жетекчилерине дилетанттарды коюу баштагандан башталган. Аны моюнга алыш керек. Мына азыр уже тарых тактап атат. Анча өтпөсө деле анын баарына белгилүү болуп калды. Мореки ойлоп көрсөңүздөр, насильственный захват власти, күч менен бийликти басып алабыз деген. 5-6 киши макул, 100 киши болсун. Кыргызстанда азыркы шартта ким бийликти күч менен басып алмак эле? Мен Самага мырзага толук кошулам. Бирөө Турцияда миңдеген, 100 миңдеген аскер чыгып, курал менен чыгып бийликти басып албаган, бизде куралы жок саясатчылар басып алмак беле.